Че, погнали? Здоровки, Амиго. Погнали посмотрим видеоролик от Каргаса. Ну, погнали. Асфальт 6. Последняя гонка. Асфальт 7. Провернем последнее дельце и исчезнем. Асфальт 8. Устроим гонку. Асфальт 9. Конечно, у компании GameLoft есть и другие игры, кроме асфальта. Живых осталось 0. Но поиграв во все мобильные игры GameLoft, я задался философским вопросом. Считается ли игра мертвой, если спустя 11 лет с нулевым онлайном в ней работает донат? Ты знаешь, что такое кладбище? Это место, где мертвые говорят. Просто скинь донат. А ведь когда-то Ubisoft владели компанией GameLoft. Выпускали свои полноценные игры. Пожалуйста, только не надо мне напоминать про Ubisoft. У меня так жопа горит с Ubisoft, сука. Все, за что не хватается Ubisoft, все, во что она не вкладывается, все просто... Просто рушится. На телефоны благодаря GameLoft. И деньги Ubisoft тоже получали вместо GameLoft. Я богач! Я богач! Ты хотел сказать, мы богачи! И такие крепкие абьюзивные отношения, как всегда, заканчиваются тем, что абьюзер уходит кому-то побогаче. Вот поэтому Ubisoft продали GameLoft и стали побогаче. Я пойду. Только помни, что со своего брата ты кинул. Ноги. Просто им стало невыгодно их держать, и все. Юбики так и поступают. Они нанимают подрядчиков, скупают какие-нибудь маленькие конторки, навешивают на них куча заданий, дают минимальные суммы. Те что-то выпускают, потом юбики просто такие разводят руками. Мы здесь ни при чем, мы тут не виноваты. Это там какая-то индонезийская компания делала, не наша проблема, не наша забота, все, всем спасибо, всем до свидания. Стали побогаче. Я пойду, только помни, что со своего брата ты кинул. Но GameLoft не растерялись и продолжили выпускать игры Ubisoft, даже раньше самих Ubisoft. Ничего, что я, идите вы на... Ведь если большие компании не выпускают свои игры на телефоны, можно самим выпустить их игры на телефоны. Главное им не сообщать. Ты никого и ничего не видел. Почему GameLoft ни разу не засудили, без понятия. Но вроде как Google до сих пор устраивает, что их магазин состоит из клонов чего-то. Да не еще! И в те времена GameLoft были прям работяги. У всех все. Тут тебе и клон God of War, и Uncharted, и Castlevania, и Mario, и Max Payne, FIFA, Fable, и клон World of Warcraft с подпиской за доллар на месяц. Помогите мне, пожалуйста, я не знаю, что делать. Тут какой-то гадон сидит. Дай я посплю, пожалуйста. Ну а 2010 год запомнился геймерам анонсом Dota 2 и релизом RDR. Поэтому GameLoft эти события тоже отпраздновали. И за один год сделали и клон RDR, и свою Доту. Любимую помойку вообще два раза попытались коммуниздить. Остановитесь! И видимо в какой-то момент дела у GameLoft пошли настолько плохо, что они уже начали копировать мобильные игры у других разработчиков. И буквально за один год выпустили свой Clash of Clans. Как я все успеваю? Я не успеваю! А единственной, почти оригинальной и даже живой у них остается серия игр Асфальт. Уже 21 игру выпустили, а геймлов все мало. Но, к сожалению, в живых сейчас остались только 8 и 9 часть. Что же случилось с прошлыми играми? Нюхай бебру! Странно, конечно, почему восьмерку не закрыли при наличии 9 части. Но тут уже нужно углубиться в мультивселенную Асфальта. Где есть сразу и обычный Асфальт 8, и Асфальт 8 Плюс, подписки Apple Arcade, где весь донат вырезан. Собственно, поэтому GameLoft поддержку игры тоже вырезали. То есть вы будете сидеть и ничего не делать? Ой, нет, я буду активно ничего не делать. Но это не все восьмые части. Ведь на основе восьмерки GameLoft решили удовлетворить потребности каждого в Асфальте. Чё хавать будешь? Если у вас мало памяти на телефоне, держите 100-мегабайтный асфальт. Если у вас вообще нет памяти, держите пиксельный Java асфальт. Ну а что, по мнению маркетологов GameLoft, Sony Ericsson V800 вполне себе актуальный телефон в 2015 году. Зачем? Я не знаю! Для тех, у кого лапки, тоже есть решение. Асфальт Runner — это даже почти как настоящая гонка. Если миньоны могут бегать, почему машинам нельзя? Хотя миньонов тоже заставили бегать GameLoft. Возможно, есть плюсы от того, что GameLoft больше не работают на Ubisoft. Беги! Беги! И параллельно со всем этим существует пляжный эпизод Асфальта как отдельная игра мультивселенной восьмых частей.
Теперь я сам определяю реальность. Но всему приходит конец, и Гемлофт пришлось выпустить девятую часть. Все-таки восьмерка вышла аж в 2013 году, и за это время игроки стали догадываться, что покупка всех машин за 9000 баксов и только спустя 3000 часов немного перебор. Старый, ну че ты? Что такое случилось с тобою? К счастью, у девятого асфальта столько ответвлений нет. Там просто игру два раза переименовали. Ну а вдруг мобильные геймеры подумают, что это новая игра? Утро доброе, вечер добрый. И за эти годы контента в девятке накопилось столько, что ее полное прохождение уже почти добралось до 3000 часов. Мне кажется, это успех. Мне кажется, это жопа. Чего, блядь? Что? Что? И добралось до 3000 часов. Кто нахуй 3000 часов в это играет? Вы с ума нахуй сошли? Мне кажется, это успех. Мне кажется, это жопа. Где я? Вообще, как прохождение? Примерно со второй главы игра ненавязчиво намекает, что для продолжения твои машины слишком бедные. Назовите причину остановки. Кошелек. Причина твоей остановки. Но вы не переживайте. Вон в игре аж 250 брендовых машин на любой вкус. Хочу покупай тачка, чтобы привлекать баб, который брился снизу. Вам надо брать корвет. А благодаря новой системе получения этих машин через гача-крутки, в которых мы выбиваем только частицы этих машин, стоят они в принципе тоже как настоящие. 300 тысяч рублей, ну то есть те деньги, которые есть у каждого. И разобраться в местной системе гача оказалось несложно. При каждом входе игры... Есть у каждого. Она сама тебе выбивает баннер. Должен играть в гачу прямо сейчас. Здесь у нас сразу 16 ивентовых баннеров, одна крутка в которых стоит 4 бакса. Но можно сэкономить и купить подписку. Юнит пасс, бандл пасс, оверлок бонус пасс, дели ивентс бонус пасс, мультиплеер бонус пасс. Где деньги взять? Хочу кредит. Для тех же, кто слишком богат для таких проблем, вы тоже не переживайте. Чем дороже ваша машина, тем больше доната надо для ее заправки. Гемлофт заботится о каждом геймере. Пускай идет на работу и зарабатывает деньги. И вот все привыкли, что с каждым обновлением какой-то игры оптимизация в ней становится лучше. Из-за чего в вашу любимую игру начинают приходить нищеброды. Гемлофт и этот момент исправили. И с каждым новым обновлением в Асфальт 9 нужно покупать телефон все дороже. Ведь как вы собрались донатить, если у вас нет денег даже на iPhone? Вас будут наклонять, вас будут ставить на колени, но вы должны выдержать. Удивительно, но я могу даже похвалить Асфальт. Трюки на машинах в воздухе, это прям сильно. Гонщикам-то весело, они вылетают, помирают, а вот налоги с них уже не собрать. Еще и нитро не за донат, сплошные плюсы. Юра, профессионал. Пора подзарядиться. Пора, родной, пора. Если вы думаете, что я сумасшедший, кто-то этой игре вообще поставил очень положительный в Стиме. Кто все эти люди? Но этим же людям почему-то не понравился недавний Disney Speedstorm от Gameloft. Возможно, они начали догадываться. Ваши подданные умнеют, милорд. А ведь Speedstorm — это буквально Асфальт, который очень хочет быть Марио Картом. Ну подумаешь, трехлетних детей подсаживают на гачи с Микки Маусом. Нам кажется, что этот Микки Маус просто маньяк, его нужно остановить. Я так понял, с проблемки, да? Disney вместе с Gameloft любят всех детей вне зависимости от возраста. Ведь если у ребенка есть телефон с привязанной картой, значит он может и скин купить. Любой ценой. А это обязательно? Ты хочешь быть звездой? Давай, разоблачайся. Бывали, конечно, ситуации, когда у Gameloft выходили прям настоящие игры. Как было с серией Нова. Главное в этой серии не замечать слона в шкафу. Ну, привет. И вот все хорошо там было. И мультиплеер активный. И цена в 7 баксов демократичная. И сюжет. Нормальный! И донатить там было не на что. Поэтому третью часть закрыли и выпустили Нова Легаси уже с магазином. Так что ничего личного. А потом оказалось, что в Нова Легаси тоже никто не донатит. И Gameloft вообще закрыли всю серию Нова. Так что ничего личного. Что? Опять? Каким образом при этом до сих пор существует пародия на Team Fortress? В душе не Алибабу. В ней даже онлайна нет. Но Gameloft и игру не закрывают, и обновления не выпускают. На помощь. Как помочь? Мне помощь нужна. Ты не хочешь помощи? Ну ладно, заткни. Да, Blizz Brigade донат работает. Но в этой игре даже нет понятия аккаунта. Ты циферки на другое устройство переносить должен. Ну а если случайно удалил игру? Ну я тогда по новой. Ну ты по новой, ага. Такая же ситуация и с Brothers in Arms 3. Местные два игрока там уже спокойно обсуждать, как взломать донат. А Gameloft, видимо, вообще забыли, что у них есть такая игра. Весь мир думает, что ты умер.
Разве не здорово? Что-то похожее на историю снова случилось и у серии игр Modern Combat, где тоже выпустили отдельную онлайн-игру Versus, рассчитанную на донат. В мире, где уже существует Modern Combat 5, рассчитана на донат еще сильнее. В итоге Versus никто не донатил и ее закрыли. Деньгами мне помогите. С деньгами. Ну а Modern Combat 5 до сих пор живая. Была бы она еще мертвой с такой инновационной системой доната, где ты не просто покупаешь оружие и персонажей, ты их арендуешь. У меня есть хозяин. Но если у вас нет чем донатить, все окей. Игра и это предусмотрела и дает немного халявы. За рекламу, в которой встроена игра внутри игры. Что происходит? По итогу шутеров у Game Love было много. Но единственным почти живым остается Sniper Fury, который даже шутером... Ой, какой же это пиздец. Какую же трешнину я смотрю? Не, просто мне этого не понять. Я в мобильные игры не играю от слова совсем. Максимум, что у меня на телефоне установлено, это Хардстоун и Судоку. Было много, но единственным почти живым остается Снайпер Фьюри, который даже шутером сложно назвать. Это просто клон Хитман Снайпер, с простым таким локом на прохождение сюжета, пока не выбьешь оружие из гачи. Дай поиграть, на! И судя по оценкам, мобильных игроков в целом устраивает, что у них казино внутри казино. Ну а пользователи Стима до сих пор думают, что это какой-то странный прикол. Давай сыграем в игру. Я не хочу с тобой играть. Пожалуйста. Нет. А еще, как говорится, ты не полноценная игровая компания, если хоть раз не попытался скопировать GTA. Да, вот поэтому Game Loft уже в 9 раз полноценнее, чем должна быть. Я особенный. И тут ситуация как с асфальтом. Игр было много, в живых осталось 2. Я плюну на ваши могилы. Хотя Gunstar Vegas сложно назвать живой. На данный момент она существует в магазинах на стадии, когда даже лицензия на музыку истекла, и игра просит тебя поделиться с ней своей купленной музыкой из Apple Music. Кто платит, тот и музыку заказывает, это не бывает бесплатно. Зато Gunstar Vegas спустя 11 лет прекрасен, как и в первый день. В 30 FPS с катсценами в 15. И возможностью воскреснуть, посмотрев рекламу. Зашел в меню, тоже посмотри рекламу. Зашел на карту, смотри рекламу. Рекламу. Просто включил игру. Спасибо хоть местном донате, разобраться несложно. Покупается здесь вообще все. И только один плюс у игры. На удивление, она переведена на русский. Самая красивая фраза в русском языке это... Дай мне твои деньги, пожалуйста. Но это была только одна из двух живых GTA от Game Loft. Поэтому в Gunstar New Orleans 2017 ситуация должна быть получше. Нет. Кадры, которые вы сейчас увидите, поражают своей жестокостью и равнодушием. Без понятия, как New Orleans выглядел на релизе. Но прям чувствуешь, как Game Loft активно выпускали к игре обновления. Я просто отказываюсь верить, что уже на релизе вместо путешествия по городу мы просто телепортировались по миссиям за энергию, без которой здесь вообще ничего не работает. Я это величие. Я это энергия. Да ну хотя моё. Как ничего? Баннеры вам бесплатно. Какая-то, блять, мошка прям перед глазами такая. Чё смотришь? Ладно, покажут. Дай его мне. Я хочу его. И в отличие от Gunstar Vegas, здесь за донат нельзя все купить. Вернее, купить можно. Но не факт, что именно это выпадет из гачи. Брат, запомни, деньги приходят и уходят. И уходят, и уходят, и уходят, и уходят. Зато видно, что игра всеми силами пытается быть похожей на San Andreas. И здесь тоже есть код на танк. Называется 4700. И только одну по-настоящему полезную функцию я нашел в Gunstar New Orleans. Удалить аккаунт. Эта просьба настолько разумная, что я просто не могу отказать. Что-то похоже на игры Game Loft пытались выпускать еще в 2015-м. И закончилась эта пятая попытка сделать свою Diablo и вторая попытка World of Warcraft. По итогу на одну забили, а вторую закрыли. Ведь Game Loft обнаружили у этих игр очень большую проблему. Слишком жадный донат, который они сами же и добавили. Я даже не знаю, может быть не стоило делать игры только ради денег. Это невозможно! Ну а после 2015-го Game Loft наконец-то одумались, перестали добавлять игры в свой донат и начали штамповать бесконечные клоны викингов. Сразу 11 клонов викингов. Идите от меня, я нормальный. Они даже из My Little Pony сделали викингов. Бедные девочки от одного года оказались не готовы к местному донату. Блять. My Little Pony. Господи, что? Откуда ты это, блять, вообще достаешь? Все? Бедные девочки от одного года оказались не готовы к местному донату. Дай денег. Хотя если речь идет за My Little Pony, то скорее 40-летние мужики оказались не готовы к этому. Ой, бля.
Меня, к счастью, это все обошло стороной. Аудитория My Little Pony, она прошла мимо меня. По магазину. О, господи, да, я больной человек, мне нужна помощь. И на данный момент можно считать, что GameLoft больше не мобильный разработчик. Их студии закрываются, а по заявлениям компании они хотят выпускать полноценные игры на ПК и консоли. Но мы же должны рискнуть нашими жопами, да? Нет, не должны. Но мы рискнем. Правда, пока что они выпустили только одну настоящую игру на ПК. Но это только начало. Тесного сотрудничества с Disney по продаже донатов в платных играх для девочек от 3 лет и старше. Откуда, по мнению GameLoft, у них вообще могут быть деньги? Алло, мамуля, скинь мне 2000 на карту. Ну, как тебе сказать? Дети выпросят у родителей, поверь. А у некоторых на свою беду даже привязки есть на планшетах. Как бы мы ни в чем не отказываем нашим детям. Покупай, моя маленькая сладенькая пироженька, все, что ты хочешь в своей диснеевской игре. Мамуля, я хочу Дональда Дака. Там шляпа меняется. Покупай, доченька, Дональда Дака. Откуда, по мнению GameLoft, у них вообще могут быть деньги? Алло, мамуля, скинь мне 2000 на карту, срочно, я в беде. А смотря на местные цены... Секунду. Даже хорошо, что в России эта игра недоступна. Дисней из России съебался. Хуй тебе. Но пока GameLoft закрывают свои офисы... Чего в конце февраля стало известно, что GameLoft уволила в общей сложности 38 человек из офисов... Ага, в Украине. Тогда она... Чего это вдруг? А в России пытаются закрыть YouTube. Я с YouTube никуда. Но пока GameLoft закрывают свои офисы. А в России пытаются закрыть YouTube. Я с YouTube никуда не пропаду. Ведь я люблю делать видосики. YouTube дал мне возможность делать видосики. А я однолюб. Но я понимаю, что в какой-то момент нужно будет выкладывать видосики где-то еще. И я готов пойти на этот шаг. Поэтому пару раз в месяц я буду выпускать небольшие видео в нашем с вами любимом Телеграме. YouTube. Ну даже ты не позволишь мне выпускать видосы по Hyundai играм. Поэтому подписывайтесь на телегу, ссылка в закрепленном комментарии. И спасибо всем платным подписантам. Благодаря вам у меня появился новый житель подвала. Но времена тяжелые, поэтому пришлось поискать кого-то похудее. Ага. А если вы поставите этому видео что-то по типу от 1 лайка до 70 тысяч, то вам откроется доступ к следующему видео. Чем там нас еще китайцы балуют, кроме мобильных гач? Эти русские все имя мое вы... Я жду, бро, я жду, давай по Вуконгу видос. Наверное, сейчас как раз в наплыве туда тоже пошел. Говорить не могут, вместо Вуконг. Говорят, макак. Макака. Ну, погнали. Не, ну, что я могу сказать? Мне про мобильные игрульки вообще нечего сказать. Клянусь, что позапрошлые видеоролики с гачей дрочидни, что здесь, это пиздец. Хотя GameLoft не один раз слыхал и знавал про эту херню. YouTube замедлить пытаются. Его пытаются закрыть, просто не могут, потому что Google большая, очень большая, гигантская организация, которая проработала свои коды и все, а закрыть его никак не могут, потому что а как нам это сделать? А как нам это сделать? Мы можем только его замедлить, потому что мы закрыть его не можем. Ладно. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, кто не подписан, и увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.